Саров пришла снежная и морозная зима. С 12 по 16 января столбики термометра могут опуститься до минус 25 градусов, а улицы и дворы города завалило снегом. Такая зимняя погода доставляет немало хлопот работникам дорожно-эксплуатационных предприятий и управляющих компаний. Снег так много навалило, как вы считаете, справляются с уборкой снега в Сарове? Да, работают хорошо. Да, все устраивает, смотрите, все чищено. Неплохо, потому что могло быть и хуже. Но снега-то немного, поэтому нормально все. В общем-то, справляются. Хотя снегопадов-то еще и не было, в общем. Не чистят парковки некоторые, где, ну, ограничено время чистки, как вот по четвергам, что-то, ничего-то, не вот их плохо чистят. Да здесь вот хорошо вроде бы. Нормально, чистенько. Только вот скользко для нас, пожилых, уже скользко здесь. Все-таки. По крайней мере, там, где я живу и там, где я хожу, у меня претензий нет. Все вычищено, даже в праздники. Утром встаешь, уже все дорожки расчищены. Ну, я с нового района, у нас все хорошо. Почищено, да. Часто убрать снег во дворах мешают припаркованные автомобили. Будьте вежливы и не усложняйте работу дорожным службам. Оставляйте машину так, чтобы она не ограничивала спецтехнику. График уборки на сайте администрации. По сравнению с зимними праздниками, сейчас увеличилось количество техники для уборки снега. Чистить тротуары, дороги и дворы выходит весь штат сотрудников как дорожно-эксплуатационных предприятий, так и управляющих компаний. А жители Сарова пока наслаждаются морозной зимней сказкой. Вам нравится такая снежная зимняя погода? Да, нам такой только зимы, только такой не хватало. Нравится очень. Здрасте, да вы прекрасны. Главное, что солнце есть. Мороз и солнце – день чудесный. Главное, есть солнышко, девушки. Второй или третий день всего в этом году, мне кажется, солнышко. Так все прекрасно. Главное, чтобы было солнышко, снег, чистый, белый. Все будет хорошо. Прекрасная погода, чудесная, прям как в детстве. Вот все детство, морозно, солнце. Мне кажется, прям вот и на душе хорошо от этого. Как сообщает гидрометцентр, аномальные морозы продержатся в Сарове еще несколько дней. А вот сколько мы сможем наблюдать такую снежную сказку, неизвестно. Пока есть возможность, не теряйте времени. Поиграйте с друзьями в снежки, снимите снеговика с морковкой вместо носа и ведром на голове или изобразите снежного ангела.